Анастасия и Алексей Курусовы не в первый раз приходят в ЗАГС и получают свидетельство о рождении. В их семье уже подрастает два сына – 5-летний Артем и 2-летний Коля. И впервые вручение свидетельства для них происходит в такой торжественной обстановке. Их очередной ребенок родился первым в новом году в Солнечногорье. Алексей и Анастасия признаются, о многодетной семье мечтали давно. И сложная экономическая обстановка их не напугала. Ну, это, скажем так, моя мечта была. Вот моя мечта осуществилась, слава богу, теперь нас трое. Ну, кризис – это все ерунда, это временно. Вот, поэтому мы справимся. Мы же русские. Кстати, еще до УЗИ старший сын Артем предсказал, что в семье родится девочка, и оказался прав. В итоге ошиблись в прогнозах врачи. По их предположениям, малышка должна была родиться в декабре. Маму мы отправили 23 числа, папа остался с детьми, с двумя один. Думали, что вот-вот-вот, нет, ну вот Новый год, к сожалению, встретили одни. Ну ничего, в следующие года будем встречать все вместе. Анастасия уверяет, бытовых проблем не боится и добавляет, с тремя детьми будет проще, чем с одним. С двумя было легче, чем с одним, с тремя легче, чем с двумя, потому что они занимаются друг с другом. Они играют вместе, поэтому это не так сложно, как кажется. В этот день счастливых родителей поздравили представители районной администрации и социальной службы. Вручили памятные подарки. А в ЗАГСе нам рассказали. Примета о том, что пол большинства родившихся в 2015 году можно определить по первому новорожденному, пока ни разу не подтвердилась. Татьяна Баур, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».